В 2016 году наша область прошла конкурсный отбор в Министерстве образования на получение федеральных средств на создание условий в общеобразовательных школах, которые расположены в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта. Деньги будут выделяться в рамках государственной программы Российской Федерации развития образования. Всего на ремонт спортивных залов будет направлено в этом году 26,7 миллионов рублей. Из них 17,5 миллионов рублей – это федеральные средства, и 9,4 миллиона рублей – это средства областного бюджета. В настоящее время деньги в область поступили. Эти средства распределены между муниципальными районами. Эти средства получат 20 муниципальных районов. В настоящее время муниципальные районы проводят конкурсные процедуры, они уже практически у многих находятся в стадии завершения. Ряд муниципальных районов эти конкурсы завершили по отбору подрядчика и уже приступили к ремонтным работам в спортивных залах. По итогам проведенных мероприятий будет отремонтировано 20 спортивных залов. Три стадиона будут оснащены новым спортивным оборудованием. Одна аудитория будет перепрофилирована под спортивный зал, и в 12 образовательных организаций будут созданы спортивные школы, так как мы их называем. И, конечно, результат мы ожидаем достаточно позитивный. Мы считаем, что вложенные средства позволят более около 4000 детей, которые сегодня обучаются в сельских школах, создать условия для занятий физкультурой и спортом не только в урочное время, но и во внеурочное время. Ну и одним из критериев, конечно, мы считаем как тоже важным таким, это охват населения, которое проживает на территории этих муниципальных образований, также заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мы, конечно, планировали завершить работы до начала учебного года, и многие нам районы подтверждают о том, что они смогут завершить эти проведения ремонтных работ до начала учебного года. Но, возможно, будут какие-то обстоятельства, которые не позволят завершить. Но максимальный срок мы, конечно, определяем сегодня, ну такой, да, 1 сентября. А дальше будем смотреть по обстоятельствам. Ну и задача, конечно, однозначно, эти средства должны в этом году быть освоены полностью 100%. И оборудование приобретено, и завершены все ремонты. Вот идут полным ходом работы у нас в Харовском районе, в Грязовецком районе достаточно высокая степень проведения работ, ремонтных работ. Приступили к выполнению работ в Вожегодском районе и ряде других районов. Ну и как я уже сказала, что сегодня вот завершаются конкурсные процедуры по отбору подрядчика.